Всем привет! Сегодня мы приехали в Алмеру и гуляем по этому городу. Зашли на сайт entergauja.lv, поискали там интересные маршруты, выбрали маршрут и вот решили его пройти. Примерно 4,5 километра. Сейчас мы находимся в парке холостяков, называется Ветспуйшу Паркс. Говорят, самое романтичное место в Валмере, но чего-то как-то довольно маленький этот парк. Особо здесь ничего нету, пару лавочек. Вот там за спиной у меня какой-то кафешка, называется Ветспуйсис. Вот. Ну, мы погуляем по этому маршруту, двинемся в сторону руинов Ливонского замка и дальше пойдем к берегам Гауи. На той стояночке 4 часа можно стоять бесплатно, либо здесь, конечно, бесплатно можно бросить, но мы решили здесь около начала нашего маршрута оставить. Идем к следующей точке маршрута — Димас Дабас Така, природная тропа Димас. Мы, конечно, такие туристы, что не забили маршрут, не сформировали маршрут нормально. Например, я мог бы, скажем, позвонить кому-то заранее, сформировать маршрут, и мы бы шли бы по нему. А так мы просто ориентируемся по распечатке из интернета. Здесь вот Валмерская начальная школа, а за ней виднеется какое-то здание. Здание вроде старинное. Да, и это следующая остановка в маршруте Заля Валмера, Зеленая Валмера. Это Валмерская государственная гимназия. А вот впереди четвертая остановка нашего маршрута. Это Железный мост. Это объект индустриального наследия. Этот мост через Гауи был построен в 1911 году. И он соединил маршрут на 114 километров Айнажи Валмера с Милтоном. Говорят, что этот мост, он любимое место для отдыха, прогулок, а также для велопутешественников. И там, говорят, открывается красивейшие виды на Гауи. Но туда мы еще дойдем. А пока продолжаем идти к природной тропе. И вот мы дошли до Димас Дабас Таки. Вот такая она. Мы находимся здесь. И вот она ведет сюда через какой-то павильон. Вот такой здесь шум. Скамеечки, музыка природных звуков. Ну что, погуляем немножечко по тропе, посмотрим на птичек, подводные обитатели, кто обитает вот в этих водах. Да, вот в этих. Там вот уточки плавают. Мы идем дальше
дальше по тропе смотреть, что же там такого интересного. Пока видели только уточек. Да, здесь пойдет дождь, здесь очень классно отдохнуть. Такой привал. И давайте здесь сделаем сейчас привальчик небольшой и покушаем. Кушаем, отдыхаем. Какая здесь находится книжка, если кто-то хочет узнать побольше о нашей природе. Можно брать и вот так листать. А вот и рамочка, чтобы делать фоточки. Будем фоткаться. А вот здесь расписано жизнь муравьев. Так муравьи строят свой дом. Муравейник, дом, правильно, Диана. Уже мы дошли до конца тропы. Вот здесь она заканчивается. Такая небольшая тропинка. Если вы будете в Алмере, можно посмотреть. Все, тропу посмотрели. Теперь идем назад. Идем к следующему объекту, который мы хотим посмотреть. Это железный мост, который построен в 1911 году, как я уже сказал. Там мы видели издали его, и вот мы идем к нему. Надеюсь, будет красиво и интересно. Так, мы идем к четвертому объекту, к железному мосту. Вон там какая-то, не знаю, тропа, не знаю, куда ведет дорожка. Вот мы идем к мосту. Вот он, железный мост. Дианочка говорит, что мост красивенький. Да. Да, он построен, Дианочка, в 1911 году. Да, ему уже больше 100 лет этому мосту. И говорят, здесь открываются замечательные виды на Гаую. Вот здесь какие-то тропинки. Смотри, здесь можно на велосипеде круто кататься. Станция Валмера железнодорожная, наверное. 2 километра 8 километров до Коцины. И здесь показано, что можно интересного посмотреть. О! Летом, если будет работать, гауйский трамвайчик через речку. Я хочу на нем покататься. Такой он мост.
посмотрели его, спустились вниз к речке, посмотрели снизу, а теперь идем обратно Вонского замка. Вернее, развалины замка ордена. Развалины. Это мы вырежем. И следующий пункт назначения — это развалины замка Ливонского ордена. Ну вот сейчас спустимся сюда, погуляем вдоль берегов Гауи. Решили пойти обратно к машине, чтобы до руинов замка доехать на машине, а не идти пешком. Вот здесь такой мостик. Страшненький, я думаю. Такой интересный, но да. И вот речка, ручеек. Это вот мы, тот ручеек, который течет от той природной тропы, да? И вот он идет сюда дальше. И он впадает вот в Гауи. Мы куда-то попали, непонятно куда. Какие-то частные дома. Я надеюсь, мы не заблудились. И вот мы пойдем сейчас к машине. И уже на машине поедем к развалинам замка. Там еще есть какие-то парк. Посмотреть церквушка. Так что все там посмотрим. Взяли машину и поехали к Ливонскому замку. Но по пути остановились вот здесь, около вот этого места. Потому что здесь тоже открываются красивые виды на Гауи. За этой церквушкой находятся какие-то развалины. Может быть, это и есть развалины Ливонского замка. Я нашла такую крутую, красивую скамейку. Что это за развалины? Да, это развалины Ливонского замка. Но здесь сейчас проходят работы. Ну, вроде можно попасть, потому что вот этот указатель. Можно идти туда. Ну, пойдемте, ребята. Вот, красиво сделали подсветку. Диана уже хочет куда-то Диана уже куда-то забралась. Залезла. Давай, слезай. И вот мы идем смотреть развалины Ливонского замка, в которых остались только стены. Да, только стены. Мне нравится, как они классно сделали подсветку. Какая-то кафешка, пиццерия, пицца. Вот там музей. Да, все-таки решили здесь остановиться и покушать пиццу в семейной пиццерии. Надеюсь, будет вкусно. В общем, заказали пиццу салями. Большую, 30 сантиметров. Ждем 15 минут, очень быстро. Мы рады. Заведение прикольное, такое маленькое. Пиццу готовят в нормальной печи. Называется местечко Винкалны Пилс Майя. Вот. Классная подсветка у них. В общем, ждем пиццу.
мы решили, пока ждем пиццу, сказали 15 минут ждать, мы пройдемся вон туда, чуть вперед, там какой-то мостик интересный, и мы посмотрим, что же там такое. Отсюда классный вид на мост и на Галью. И кто-то плывет на лодке, Леша, смотри. О, включили подсветку. Классно. Немножко посмотрели, что находится в этой части. Глянули мостик, смотрели виды Гауи. И возвращаемся к пиццерии за нашей пиццей. Надеюсь, она уже готова. Потом еще обойдем с той стороны, посмотрим. Стены развалины. И вон сквозанка с другой еще стороны. Вот. Вот так здесь все классно подсвечено. Я надеюсь, что GoPro справится со съемкой в темноте. При плохом освещении. Вот еще один мостик. Мы спускаемся туда. Смотрим развалины с этой стороны. На вот здесь стены, там старые домики. И здесь идет строительные работы. Наверное, реставрируют. Может быть, что-то доделывают. В общем, выглядит вот так. Нам вынесли пиццу, вот такую. О, прикольная пицца, правда, Леша? Нет, пицца классная, мне нравится. Итак, мы поели пиццу в классной кафешке рядом с развалинами Ливонского замка. Вот если это можно назвать замком, в общем. С развалинами. Пицца очень вкусная, мне понравилась. Взяли пиццу с салями. Классная. Рекомендую посетить это место. Дружелюбный персонал. Приятная атмосфера. Как вы уже видите, сейчас стемнело. И, конечно, не все объекты, которые мы хотели осмотреть, мы успели осмотреть. Что за туфта? Итак, как вы уже видите, стемнело. И, конечно, мы успели осмотреть не все объекты по нашему плану, которые входили в наш план. Вот. Поэтому возвращаемся домой. В общем, всем пока.